Всем привет! Вы на канале Престарт. Я же, как всегда, Николай. И это Мстители, Avengers. Так, и чем там Уинка Амала? Ай, что-то она ай кричит. Чем там наделала-то, а? Музыку же включает. Так-то лучше. Ну да, какое-то музло включила. Так, ну у нас задача стоит в том, чтобы осмотреть ее новое жилище. Так, посмотрим, что интересно, тут у нас. Интересно, кто тут раньше жил? Узнай, спроси, кто тут раньше жил. О, какой видосик такой, отсюда. Наверное, вид отсюда а, да-да. В полете. Наверное. Может, мистер Старк ее починит? Не, ну, я думаю, нет. Тут, правда, тот еще бардак. Видимо, комнату использовали под склад. А ты догадливая, молодец. Надо поговорить с Брюсом. Или можно тут еще походить и осмотреться, раз двери теперь работают. О, кстати, почему бы и нет, может, что интересное будет. Могла бы хотя бы, я не знаю, шмотки сменить, что ли. Ну, что-то я не вижу, чтобы все двери, конечно, работали. Одна наша только. Ну, посмотрим. Так, тут тоже ничего не работает. Там стол. Но что-то как-то... Вы мне сейчас сама игра намекнула на то, что иди посмотри, здесь всякая хрень работает. А, может, она имела в виду вот этот ящик сходить посмотреть, не знаю. Браслеты, снаряжение. Опа! Ну же, давай что-нибудь нормальное, дельное. Знак снаряжения зеленый. Вот реально... огромнейший, просто преогромнейший минус этой игры, который, наверное, переплевывает сразу все плюсы вообще, какие, которые тут есть. Это то, что как бы вот ты на это смотришь, но ничего не меняется. Почему нельзя было там, да, но, допустим, я, как бы, у нее другая футболка там с другим знаком, раз, там сразу появилась, да? Ну это же ведь, ну, глупость. Либо просто, да не либо, это просто разработчики ленивые и хотели как можно больше баблица срубить. А, вот комната Тора, кстати. Это, я так понял, Халк. Ну да, наверное, Халк. Ну да. Комната Брюса. А как ты угадала? Сюда не заходил. Ничего не поломано. Ну или Брюс за ним мгновенно все убирает. Ну, возможно, и то, и другое. Ага, в душевую Брюса. О, тут даже отражение есть. Круто. Отражение еще 3D Realms делала в далеком бородатом году, когда было отражение Дюка Нюкима. Опа, что тут такого интересного? Надеюсь, этот аппарат поможет нам узнать о моих способностях. Надейся и жди. Так, ну что ж, я не знаю. О, что тут горит? Тут можно вырастить какие-нибудь ароматные травки. Базилик, тимьян, может, орегано. А может, еще какие-нибудь более веселые травки тут можно растить. Это же лаборатория. Что это за фигня? Меня пришли просто показать, что она тут могла сказать, что это за фигня. Командная отсек. Ага, ну. Так вообще нам куда? Привет, старый друг. А, вот он и Брюс Бэннер здесь. Эй, о, Брюс, щит Кэпа. Простите за... Не волнуйся, я все понимаю. Есть успехи с... ну, вы знаете с кем. Ну да. И вовремя. Как раз собирался... Активируйте консоль штабного стола. Ага, давайте, давайте, удерживаем. Чё-то как-то так бочком, бочком, бочком. Была не была. Добрый день, доктор Беннер. Крутота! Это же компьютерный друг Тони Старка! Ага, он самый. Просто крайне развитый искусственный интеллект. Рад познакомиться, мисс... Хан, но ты можешь звать меня Камала. Очень приятно, мисс Камала. Что происходит? Штабному столу не хватает энергии. О, сейчас будем энергию добывать. В режиме аварийной блокировки.
Видимо, я задел датчики сигнализации в лаборатории. Надо когда все крушил. Я этим займусь. Ну да, будем теперь восстанавливать. Куда нам? Все правильно, вниз, сюда. Активируйте компьютерный терминал в лаборатории. Так вот, Брюс, что я ищу? Слушай, отключить датчики можно с помощью лабораторной консоли. А где она? О, а я пропустил вот это. Ну, на самом деле, блин, интерес вот это вот искать ради того, чтобы просто циферки посмотреть. Но это все весь интерес вообще полностью убивает. Вообще неинтересно. Активируйте консоль штабного стола, активируйте консоль. Может, вот эта вот штука? А, ну, наверное, да, вот это вот. Упс. Кажется, я только хуже сделала. Ну да. Ничего страшного. Придется отключить их вручную. Ищи маленькие красные лампочки. И как мне до них достать? Шутишь? А, точно. Эластичные руки. Да, а зашибись. Просто будем сложно бить эти штуки. Вот это я понимаю научный подход к делу. Вот это да, вот оно. Жилет. Да. Ну, пусть будет. Тут четвертый уровень, тут что, третий, тут этот. Ну, вроде как да. Их тут вагон, да, этих красных лампочек повсюду, по любасу. Ну да, именно почему-то здесь они работают. В одном из моих рассказов Железному Человеку пришлось разбить все фонари, чтобы прикрыть черную даму. Да, неплохо. Все фонари под глазом. Не думаю, что настоящие мстители так делают. То есть... Все, получилось? Да. Теперь возвращайся. Почти готово. Блин, опять сюда. Почему она тут не умеет прыгать? И она что, боится головой, что ли, удариться? Могла в натуре уже переодеться, я не знаю, что. Неплохо, Камала. Так, Джарвис, давай найдем Тони. Джарвис? Поиск начат. Момент. А я думал, он завис. Что-то не так, доктор Беннер. Фигово. Боже, мое нейронное подключение повредилось во время аварии Химеры. Так. Это особая технология щита. Без нее у меня нет доступа к глобальной базе данных. Ну, здрасте. Щита? Ну, давай позвоним Марии. Мария Хилл? Она сейчас возглавляет щит? Вроде того. Никто не знает, что с директором Фьюри. Как вам никто не знает. Можно доверять. Но это тоже было в фильмах. Брюс, рада тебя видеть. Я встречалась с Халком и не думала, что увижу тебя снова. Да. Прости за тот случай. Что за случай? Тогда было непросто. Не надо извиняться. В тот день у всех нас рухнула жизнь. Рада, что Мстители снова в строю. А кто говорил, что они в строю? Ага, ну не совсем. Привет, Камала Хан. Пока нас только двое, но мы пытаемся найти мистера Старка. Так, Мария, нам нужно нейронное подключение. У вас наверняка есть. А, можно ходить. Средства захвачены АИМ, а агенты в бегах. Отлично, но, щит. Кажется, я знаю, где можно поискать. Отправляю вам координаты на штабной стол. По пути расскажу подробнее. Запускать двигатели Квинджета, сэр. Какого Квинджета? Ага. У нас так много Квинджетов. Когда Халк сюда явился, все просто в панике разбежались. Чтобы направить Квинджет к следующей цели, подойдите к штабному столу. Сюжетная опера, сюжетная кампания. Выполнен 9%, что фига мне это показывает. На объект в далекой тундре. Я поставил отметку на карте штабного стола. Задания, которые особо важны в деле против АИМ, я пометил знаком Мстителей. Счел, что это будет уместно. Да, блин. Погнали, короче. В заданиях вы встретите противников. О, модификаторы задания. И способностями. Рекомендую внимательно ознакомиться с модификаторами заданий и после выбрать соответствующую тактику. По нашим данным, в этом регионе солдаты АИМ используют криовооружение. Советую вам выбрать экипировку, чтобы повысить шансы на успешное выполнение задания. А у нас есть что-нибудь крио?
Так, метель и давление. Меню целей. Что у нас там по меню целям? А, общий сбор. Опорный пункт щита. Ну, такое, честно сказать, себе. Чё, мы за неё, что ли, будем это делать серьезно? Ну, давай выберем задание. Подключение отсутствует, чтобы отменить, удерживать. И не будем удерживать, будем одни проходить. Не хочу никого запускать к себе в сессию. Ну, посмотрим. О! Вы знали, что он все это время был там? Конечно, нет. То есть он стоял на палубе, но они об этом не знали. Он об этом не знал. Вы просто хотели прокатиться. Ну, неплохо, чё, почему нет? Нет. Нет. Это как не знаешь, у тебя магазинчик в соседнем доме. Опа, доступен новый герой. Классненько. Выбрать героя спутников. Ох, как у нас, конечно, могущество 2, точность. Ну, естественно, Хулк. Естественно, Халк. Спутники, спутников, говорит, выберите. У нас нет спутников. Персонажей-то у нас тоже всего 2. Меню персонажа. У нас вообще ничего нету тут на нем. Все самое лучшее одето. Ладно, погнали Хулком, чё бы и нет. Я выбрал Халка. А, выбрать спутников можно чё и двумя. А, вон чё, все. Ну, то бишь, да, его как спутника. Ну, погнали, погнали, посмотрим. Подключение отсутствует. Сюжетное задание, сложность нормальной. Ладно, Халк, нам надо найти нейронное подключение. Может быть, мистер Старк сможет разыскать записи того, что случилось с Кэпом. Может быть. По крайней мере, я на это очень надеюсь. А шкафчик для снаряжения. А, это типа, что можно вывести будет отсюда. Ладно, я понял. Ну, посмотрим, что ж. Когда уже нормальные герои, хотя бы Старк откроется, и мне кажется, мне больше нравится Старк и Кэп. Все остальное как-то мне вообще не интересно. Меню персонажа. Ладно, заглянем. Внешний вид. Внешних видов у нас нет. Коллекции вообще по фигам. Ух ты. Карточки испытаний. Вот что мне нужно. А, в прогрессе 100 вот этой шняги, 100 вот этой. Ежедневные испытания. Побежать противника во время действия приема Костотряс. Собирать аптечки и суперфорсеры. О. Побеждать экзо-жуткоботов и лянтлера. Я все понял, что нифига не понял. То есть на что уровне нам дадут вот этот расколотый? Я так понимаю, что скоро ведут сюда такие штучки, типа премиум пасс и тому подобное ересь за бабки. И это подпишет окончательный, я так считаю, приговор этой игре. Надо выяснить, что. А у нее и так все хреново с онлайном, а это будет просто огромная точечка. Из-за тупости и лени разработчиков Ух ты. Понял. Присматривай к ним, Камала. Пока доступно. О, какой прыгун. Доступно высокоуровневое снаряжение. Вау, чё, где? Где оно тут доступно? 8, 6, 6, 6. А, вот, 7, 7, 7. А у меня тут 6, 6, 6. Ну ладно, пусть. Ух ты, а восьмерка-то синяя. Ух ты. Фил, прием. Нет связи. А долетим? Видимо, теперь не себе. Ничего страшного. Я приведу вас к их генераторам помех. Рядом с вами ящик. Смотрите, с особыми материалами. Хорошо, когда нам это показывают. Где мои особые материалы? А? Где они? Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Я его не вижу. А, вон оно наш. Что это было? А, он не цепляется тупо. Где-то уцепился, а где-то нет. И вот это надо прыгать. Здесь вообще-то красиво. Ага.
Я когда зашел, захотел стрелу первую миссию. Там вот тоже это самое было. Че у них вообще что ли, прям вообще все плохо получается. Ходи, удерживай. Ты... Плазма уру модуль улучшений. Ох, сколько всяких. Я не могу войти в их систему. Всяких ерундовин тут. Почему-то, по моему мнению, в таких штуках не должно быть этого дефицита. Это игра. Какое время уже? Игра купленная, а меня еще заставляют после этого еще и покупать. И еще. О, мои чутная тут залетели. Это крайне негативно сказывается вообще на всем восприятии этой игры. Помех, чтобы выяснить местоположение бункера. Прошу прощения. Продолжаем. Склады — это укрепленные объекты, расположенные в зонах боевых действий, сможет ценное снаряжение. Интересно, что внутри того здания? Если вам интересно, где-то должен быть внешний механизм, открывающий эти двери. Точно! Но я буду бить машину. Халк, хочешь осмотреться? Так, значит, где-то что-то тут должно быть, что можно будет нажать. Может, что-нибудь на крышу надо нажать? Ух ты, тебя... Ты прыгаешь как, а? Ну, и чё, и где? Вот так. Ну, и где ты там? Застряла. Чё, не работает, что ли, так? А, пофигу, просто нажал, да и все. Давай посмотрим, что внутри. А, как значит, как встать на эту штуку, так она не может. А как давай посмотрим, открылась, так давай посмотрим. Ну и что же там будет? Компонент сопротивления холода для снаряжения. Ну, они, нам же тут холодно, по идее. Значит, сейчас померяем эту хренотень. О, есть же просто экипировать лучшее. И все, зачем что-то менять? Почему вот он показывает внешний вид, как будто у меня что-то есть внешнего вида? А, измененные эмблемы. А, вот это оставим. Господи, какая ерунда, эмблемы уже. Ладно, побежали отсюда. Все понятно с этими складами. Хлопок грома, супер удар готов. Классненько. Что, поскачем вот так? Рядом расположен ящик с оборудованием. И где этот ящик? О, вот это что ли? Кто что так поставил на тачанке на такой? Ладно, пойдемте по заданию уже. О, начинается пальба по мне уже, да? Турелька, что ли? Тьфу ты, блин. А, ну тут можно же вот так вот сделать. Лови. Чего? Лови еще раз. Ракета? Чего? Это еще кто? Мисс Хан, сигнал щита блокируется узлом безопасности. Нифига себе, он бодрый такой уворачивается. Чтобы устранить блокировку. Так, Халк, нужно попасть к этому узлу. Поможем Джарвису. Крио-боец. А, замораживает, замораживает. Все, что ли, крио-боец? Такой себе крио-боец из него. Возрождение ограничено, нифига себе. А, нам надо еще... Ой, что дуры. Нам надо, короче, на вот этой точке стоять. Бах! Иди. Эх ты, а что-то он прям капитально жестко это снимает. На, лови.
отфильтровываю шумы. Постарайтесь не отходить от узла системы безопасности слишком далеко. Вид как получится уже. О, фаньки. Вот так вот. Обожаю массовые. Серьезно? А, она тоже мне помогает. Нифига себе. От нее хоть какая-то помощь есть? Здорово. Опять этот робот. Головой. На, вот это нормальная штука. Слетел. И ты такой мимо идет, чувак. Типа. Так. Морочь, они меня хотят, ага. Чего, ничего не получится у вас, ребятушки. Ты глянь, а он что шастает за мной? Бах. На. Граната. Держи. Ну и что, и сколько там стоять? А, вон он. Там есть Мстители и Аим. И, короче, мы должны стоять. На, только появляется камень в голову. Догони меня, кирпич называется. Ну-ка, иди сюда. Глупый резкий. Бах. По башке прям прилетело, на. Ох, бля, нет, какой ты. Этих противников необходимо обезвредить. Да, обезвредим сейчас, что за проблема-то? Что, все, что ли? Твой щиточек сломался? Эх, она их тоже неплохо так раскидывает. Бах! Да, пошел, куда пошел? Ох, блин. Эх, а он меня приморозил. А, ты вот он. Ха, не убежал, да, протосин? На, тебе сзади. А тут он всяких штучек. Лечилочку, конечно, зазря потратил. Так. Используйте детектор сигнала, чтобы обнаружить скрытые бункеры щита. Датчик должен вывести вас к бункеру щита. Погнали. С командором Хилл по-прежнему нет связи. Ладно, постараюсь не сидеть. Пойдем, а то тут холодно. А ты вообще мерзнешь? Сведения неоднозначны. Уи, о, там штучка есть. Бах, удерживать. Но. Отыскать этот бункер щита оказалось труднее, чем я думала. Эх, что-то его прям. Ничего себе. О, хорошо как. Нет. Ага, во. Сигнал. О, блин, движемся вообще в правильном направлении. Так, давай. А за Камалу бы как мы, наверное, бегали? В смысле, стопы? А, чё в смысле? Ну, он же где-то здесь. Он чё, внизу его где-то искать надо? А, замаскированный. Фу ты, блин, а, я бы так уже и хрен бы догадался. Ну да, снежочек. Кажется, нашли. Отлично. Будем надеяться, нейронное подключение там. Совсем будем надеяться. Благодарю. Довольно неприятно. О, присполучить звезды с неба. Открывайте, тук-тук-тук. Ну, ага, молодцы, открыли. Хорошо. Так, и чё мы тут, и чё?
оказаться без связи. Это как потерять память? Ну, типа того, наверное. Какая аналогия будет точнее? Бым-бым, побегаем по кругу, мы спортсмены на... На фитнесе, короче, по кругу бегаем. Can't stop me. Да чё ты там, долго так-то лифт едет. Опа. Освещение совключили, хорошо. Опа, а там показывают, что там... Опа. Клёво, хорошо, да. Бах. А, я забываю про этот удар. Нафига же я взял палочку. Так, что мы тут нашли? Коллекционный предмет. Мне он нафиг не нужен. Компонент снаряжения. Тоже ерунда. Так, урл. Стимулятор снаряжения. Хорошо, погнали. Ну, слишком много лечилок здесь. Сейчас, значит, с кем-то придется очень долго и мучительно драться. Нейронное подключение где-то рядом. Да, прям посредине бункера нам положили это подключение. И куда ты его положил? Что происходит? Я же сказал. Полагаю, щит. Сработала секретная система охраны щита. Обнаружен мститель. Ну да. Привет, ребята. Вот и ага, вон оно что. Ник Фьюри. Вы это слышите? Значит, случилось худшее. Меня нет. И сейчас вы нужны мне как никогда. Я предвидел падение щита и позаботился, чтоб он восстановился. Это протоколы щита. И что с ними щит делать? Щит создан для защиты мира. И в такие времена, когда исчезает надежда, мы не должны падать духом. О, не, мы не упадем. Доставьте протоколы моему заместителю. Вам помогут восстановить щит. Вот это усы у типа. Удачи, огонь. У меня все. У меня все. Все, хорош. Логистик дивижн. Так, и чё, куда мы сейчас? Блин, сколько пафоса в одной двери. О, кейсы. А, в конце убежища вас ждут кейсики с ценной всякой хренью. Ну, ценной ее назвать-то сложно. 4 кейсика, ну и ладно, наниты, шваниты, всякое, уру, симулятор, блин, натиск легкоатлета, мне показалось, что это натиск атлета, я думаю, отлично, прям вообще в темку, отличненько. Так, ну все, как бы миссия закончена, сматываемся, бах. Миссия котлеты, так, или что, или сейчас будет босс? Это босс, что ли? Защищайте подключение. Вас выследили. Попытались, да ладно, что, серьезно? На защищенный сервер. Нужно доставить данные на Химеру. Сможем их сдержать? Бынич. Ну, вроде как сможем. Чего? А, ну она сама там тоже дерется. Это что, мы типа сейчас хабарчик взяли, а потом надо типа идти обратно? А элитный синтоид. Элитный синтой, это ты как к тебе относишься? Да никак. Катализатор, материал, хорошо, пусть будет. Ну а то, что там нехило им там насовывает. Ого! Нифига себе она как достала-то, а? Возрождение ограничено, я понял. Ох ты, блядь, ты там стоишь, ты. Такой умный, что ли, самый. Ща я до тебя доберусь, подожди. Ах, ты еще же и тут стоишь. Опа, а что-то я нашел. Сундучок. Кейсики. Комиксы. Снаряжение для дальнего боя. Ага, хранилище, я понял. Победите все. А, ну нам просто тупо победить все цели. Ты глянь, а. Вам же говорят, не лезь сюда, выпищ. Просто две ульты халку делаешь, и как бы миссия закончена. Просто прекрасно. Задание выполнено, подключение отсутствует. Класс.
Отличненько. Мне нравится пока что. Но, опять же говорю, меня удручает, раздражает, бесит и совершенно не нравится. Остаться в Квинджете. Так, награды. Симулятор, встряска тяжелоатлета. Меню персонажа. Что посмотрим, что там? То, что внешний вид совершенно никаким образом не меняется. Вот это, конечно, мне не нравится. Так, а как это разобрать? А, во. Так, у нас есть 9-го, значит, все оставим только 9-го. Так, чего? Мощь наниты. Нет преимуществ, бонус слегка атлета. Я понял, во. 9-ю штуку тогда тоже, она синяя, хотя... Но все равно она не лучше. Так, тоже так же. Все нафиг. Все, 7-го уровня туда же. Я не думаю, что сейчас... А, мощь 9 всего лишь. Сейчас это как-то играет особо важную прям таки роль. 11-й. А подожди, можно же экипировать просто лучше. 15-й. А все остальное надо разобрать, я понял. За это мы получаем материал, который, в принципе, нам никаким образом не нужен. 9, 9, 9, 8, 8 синяя тоже убираем. О, 2 уровня. 2 навыка можешь делать. Авторшок, тяжелая атака, улучшение, разбивает блок. Конечно, конечно. Атака захватом. Это как? Мощная атака, выпад. А, то есть ты берешь человека и бьешь. Ярость. Снижает урон, получаемый от вражеских атак. Ага, добивание подзаряжает особую шкалу. Добивание у меня не так часто бывает пока что. Метеор, тяжелая атака дальнего боя. Вот, кстати, вот это можно. Вот это прям вообще бомбовская темка. Снаряжение, почему-то у меня тут до сих пор вся эта штука висит. Это же снаряжение висит, снаряжение. Так, а что по коллекциям? Так, 4.7, 3.6, 1.4, разведанные, комиксы. Всякая ерундистика. Так, игра позволяет покинуть текущий штурмовой отряд и автоматически загрузить следующую миссию кампании. Оценка нормально. Игра открывает штабной стол и позволяет получить доступ к зонам боевых действий. Так, ну что ж, то, что я выбрал, мы узнаем уже в следующей серии. Так что, дорогие друзья... Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, комментируйте мое видео. Если хотите что-то увидеть в летсплее или же в своих стримах, пишите в комментарии. Посмотрим, что можно будет поиграть и сделать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.